Всем привет! Приехали мы на пляж. На пляж. Покупаться, так сказать, позагорать. В общем, приехали и что-то не могли разобраться с парковкой. Смотрим новые эти самые синие полосы. И думали, что платная парковка, что ли, стала. В общем, всегда была, и она и осталась. В общем, платная с 15 мая по 15 сентября. А потом в зимний период бесплатная. Так что вот тут уже рыбаки, мой муж уже с ними общается. Пойдем посмотрим, что тут у нас. Ну, снимала я здесь не один раз. Здесь вот проходила когда-то олимпиада, парусная регата. И там есть эти олимпийские кольца. Ну, для новеньких, кто только недавно подключился к каналу. Вот там Ленька сидит, кушает. О! Окунь, окунь! Дайте! Мне повезло! Мне повезло! Ура! Обещал женщине, точно? Тогда отдавай. Ура! Как мне... Как мне повезло! У меня... Нет, это... А, ну это откатал. Вот так вот только пришла, и тут это... Сразу же рыбы, рыбы! Ой, там что-то достраивают. Видите, все еще на воде. То есть еще пока, видимо, не ждут морозы, раз так много этих яхт на воде стоит. Вот. Какая у нас тут... А? Что там? А-а-а, салака, что ли? Какая не салака, уклейка. Уклейка? Да, салака отдыхает, блин. А что это за уклейка такая? Уклейка, королевская рыба. Да? А я ее не знаю. Ясно. Кормушка там, все. Все как положено. Наверное, надо мне перчатку все-таки одеть, а то рука-то как-то замерзает. Штатив не взяла. Что, лосось? Лосось здесь ходит, лосось? Почему? Конечно. Да? Конечно. Там уточки. Он не заходит, вон, иди. Там иди, уточки, посмотри, уточки где-то гуляют. Сколько лосося в этом ягода. Ты что? Да. Она что же море? Я был вчера, вообще никто ничего не поймал. Не поймали? Да. Я потом на судно поехал, там форель попросил. У меня там приятель был, когда он был. Для ТикТока? А, нет, для Ютуба. Сколько подписчиков? 2700. 2700? Да. Спасибо. Живу в Эстонии, наша жизнь называется. Увидите себя там. Главное, чтобы на рыбалку настоящую женщину ходить. Ну, так я хожу. Я хожу, я там даже щуку поймала. Так что... Я же знал, что это там Азамин. Давно. Ой, конечно. Очень. Ой, шутник. До революции еще было. До Третьей мировой. Дуб, дуб, дуб. О, птички, птички, птички. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Уточки, 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 уточки. Уточки, уточки. Ага. Парочками. Нет, тут их три мужчины и две дамы. И две дамы. А почему только две дамы? Ой, видите, у него синий этот флаг. Синий-черно-белый. Прямо как под наш флаг покрасили. О, какие толстенькие, такие хорошенькие, такие красавицы, такие сидят. О. Красотища. Ой, какая красивая вот эта вот яхта, да? Да.
Какая красотища! Ну что, и там ловят? У нас уже наш конечно, не а сколько? Я говорю, чего? Уёо, да 3 грибанки. По рублю, литр самого. Говорит, давай завтра на камп. Я говорю, ты что, гражданскому на камп был? Он говорит, это самое. Я говорю, как? А у нас эсэсовские казармы, 3-метровые это самое, стенки из кирпича красных. Такие, помнишь, трубы? Я был пионерский. Помнишь, трубы такие, что эти, закрытые щитами железными? Да, да. Он говорит, пошли мою камеру. А все камеры открыты. Все, что воспоминания, воспоминания. Он открыл службы. Банки, бутылки. Он говорит, стой, стой. О, на каком этом самом сидит. А потом дым. Я тебе бар открою. Ну все, тоже так. Он тоже дальше. Что он там? Нет, я отказался. Как так это бывает? А, что ли, есть? Нет, сейчас буду наживку менять, потому что она вся в крови окуня. Он не берет. Он наоборот будет брать? Не, ну уклейка только маленькая села. Кусок червяка. Бутерброд. Короче, бутер-мутер. Бутер-мутер. Матер-матер. Бутер-мутер. А я это казаха одного маломника поставил. Так. Пойдем посмотрим. А что там настроили? Это беседки, что ли? Ну потом туда. Ну, что? Потом туда посмотрим. А новое сиденье поставили. А? Новое сиденье, говорю, там поставили. Да. Что-то мы с тобой давно, видимо, не были. А, ну с прошлой. С весны не были, да, здесь мы, наверное. Ну, а что-то ловится тут. Что-то ловится. А, вот эта уклейка. Ага. Есть машина, хочешь? Не, не хочу. Ой, они все что-то ремонтируют. В прошлый раз ремонтировали Муника на остров Найсар. Как это? Пух. Найсар ходит. Ну, это типа экскурсии, вот. Да перевожу я. Перевожу экскурсии. Вигри Коховик там на той стороне. О, работал. Дяденька вот ремонтирует. Здесь плавание запрещено. Знак, что воруют из машин. Так, еще суденышко появилось. Этого же вроде не было, да? Это Элла. Не было маленького. А куда же он плавает или ходит? Он же стоит. Ну, сейчас он стоит. Вот здесь вот этот огонь горел олимпийский. Вот видите? Так, вот. В этой чаше. Тоже все какой-то ремонт. Тоже, наверное, на острова. Что-то не знаю, ничего не написано, куда он такой ходит. А для чего вот эти вот, Ваня, такие круглые штучки? Круглые вот эти, что там хранится? А там что-то нарисовано? Спасательные. А, спасательные. О, какой-то на подводных, что ли, каких-то крыльях или на чем он? Вот это что вот это вот? Катамаран. 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 Ката. О, вот он. Вон там олимпийский. Чем отличается? Сейчас катамаран, мы туда придем. Знаешь? Откуда я знаю? Яхта. Яхта с килем, наверное. С килем, а это да, непонятно. У него чем. Одно дно, а ага. Катамарана два дна. А для какой цели их сделали так? Устойчив. А этот более устойчив, чем? Да? Да? Устойчив. Ой, смотри, вон поднимают, видишь, этим самым. Сейчас меня подожди. Краном лодку эту. Лодку, а яхту? Ну, яхту. Для меня, господи. Все равно плывет лодка. Плывет ванна. Ванна. Вон там на этом. Как наша Белла вон. Вот там. Около зеленого. Да. Встает, это, задним ходом там сдает. Так, ну ладно, потом туда поднимемся. Да, мусорка для окурков вот такая. Весной, по-моему, ее еще не было.
Вот написано, один окурок отравляет 1000 литров воды. Брось окурок сюда. Так, здесь, там где-то один какой-то лежит окурок. Вот. Дальше с собачками нельзя. Чтобы они туда писи тули не делали, как и тули. Ходим, ходим, смотрим. Вдруг море выбросило какое-нибудь золото. Шутка. Только вот ракушки. Идёшь? А? Купаться? Ну, я смотрю, ты хочешь? Да. О, там кто-то. Спасательная станция. Спасательная станция. Буй. Ну, это сейчас был этот ураган тут, наверное. Много чего поотрывали. О, привязан тут. На тросике. Вот этот, как сказать, помост. Но здесь, видимо, сломан после этого самого, после шторма. И там кабинка для инвалидов. Я уже показывала, как на Паекаре. Ой, на Пикакаре, господи, на Пикакаре. На пляже тоже есть для инвалидов. То есть теперь инвалиды могут искупаться в специальном таком кресле. Ну, сейчас понятное дело, что этого уже нету, сезон уже закрыт, видите, все убрали, и кабинки, все-все-все убрано. Вот. Но вот инвалиды, два пляжа, вот у нас в Таллине есть, значит, этот Пирита пляж и этот Пикакари, и садятся в специальное кресло, где-то есть у меня видео, если не забуду, прикреплю, что могут сесть в это кресло и с помощником, и тогда раз, и туда, и искупаться. То есть, ну, как говорится, сейчас стали думать об инвалидах, чтобы они тоже вели, так сказать, ну, нормальную жизнь. Потому что и так люди ограничены в своих возможностях. И, в общем, эстонское государство и город в том числе, как бы, постарался. Сделали такое. Ну, здесь, конечно, это все сейчас просто после... Ураганы были вот сильные, и волны, ветра очень сильные были, и это все вынесло. Конечно, все это к весне, к пляжному сезону, все это к лету почистится, все это будет в порядке. Порядке будет. Да, да, да. Я говорю, что видно, что сорвало. Угу. Так шторм был очень сильный. Вот там кабинки, скамеечки, все прибрано. Так вот. Там есть в лесу тренажеры, можно, как говорится. Здесь гостиница и ресторан. И вот такой вот, такой вот обзор. Рыбу где-то вижу. Вот что. А маленькие рыбок? Вот одну, вот вторую. Вещь выкинула. Да, да, да. Шторма. Потому что здесь это рыба. Воронки должны шапать. Ну, что-то, кстати, мало птиц-то. Мало. Обычно же их много тут. Мало. Ну вот он, олимпийский знак. Вот уже поближе подошла. Ну, я надеюсь, его все-таки не снесут. Сейчас как бы любят все у нас сносить. Но все-таки это такая память. Такая история, что хотелось бы, конечно, чтобы он остался. Но кто, как говорится, меня будет спрашивать? Вот так вот. О, баклан, баклан тут какой. Сейчас как взлетел около машины, я думала, он врежется нам в стекло. Прямо аж я испугалась. Такое бакланище. Что-то нет, птиц-то мало как-то. Ну вот эти сиденья были, так сказать, изготовлены для Олимпиады. И вот здесь вот. Да, для парусной регаты. Здесь проходила парусная регата, и уже все эти значки я вам показала. И вот здесь народ сидел и смотрел на эту, так сказать, регату. Вот он здесь сгорел огонь олимпийский. А сейчас мы посмотрим, что там построили, какие-то вот домики построили. Для следующей парусной регаты. Для следующей парусной. Ну вот смотрите, различные сиденья. Мы летом здесь не были, не знаем, что, может быть, здесь уже были танцы, может быть, было кафе.
Ну, скорее всего, что-то такое. Не знаю, для чего эти домики. Кто знает, напишет нам. Кстати, даже электричество там проведено. И сейчас здесь вот такое сиденье. А, это можно поиграть в теннис. А, можно даже, не пойму, это для инвалидов, что ли, заехать. А, ну, коляску, наверное, да. Какую-то коляску можно было, да, и здесь даже полежать. Ну, слушай, неинтересно, да? А, там какое-то кафе, что ли, или тоже построено. Парковка для велосипедистов, вроде, она там сзади. Угу. Ну что, прекрасно, прекрасно. Здесь же было просто трава была. А сейчас вот, смотрите, очень. Только я не пойму, вот эти вот короба, для чего они построили. Что здесь будет стоять? Может быть, будут какие-то цветы? Не, ну цветы в этих. Там цветы должны быть. А здесь-то что будет? Танцевать. Танцевать. Да, это ты что-то шуткуешь, я так думаю. Да? Ты шуткуешь, наверное. Нет. Вот так вот вид отсюда. Отсюда туда. Ну да, как будто это для парусной действительно регаты. Ну посмотрим, что будет летом. Посмотрим, что будет летом. Вот тут да, буквально, смотрите, прямо в песок посажены растеницы. Ну, посадили, видимо, недавно, потому что растеницы-то маленькие. Но я говорю, что весной этого не было ничего. Мы гуляли все-таки весной здесь. Так вошли отсюда. Куда ты? К рыбакам? Да, я пойду там. Ну, сейчас я спущусь тоже. Там кто-то сидит на чем-то. Пойду я все-таки туда посмотрю, что там. Такой мини-столик, что ли, к скамеечке приделан. Очень даже интересно. Очень-очень интересно. А здесь гравий. Тоже для какой... Для какого это самого действия этот гравий тут? Так. Что тут? А, тут стол. А, в шашки играют. О, это, как сказать... грубо говоря, клуб по интересам. Здесь можешь с собой принести. Здорово. Вот, смотрите-ка. Очень-очень интересно, да. Там сидит дама. Ну вот, нагулялись. А теперь пойдем дома убираться. Почистим, помоем все. А потом завтра на работу. О, дерево упало. Теперь вот порезали, а? Да я его уже сняла. Чуть так долго он там сидит на этом. Что-то он там ремонтирует, что ли. Ой. Ну что? Вытащить надо крана, да, снимать. Как улов? Все уже нажарили. Уже на сковородку среднюю хватит. Да, ну хорошо. На чугунную пока маловато. Ясно. На чугунную из детства тоже вкусно было. Вкусно было, да. А селедок, елки, с сестрой там, если майка или трусы есть. Кизеков сначала таскаем сухих, потом пару раз завели, и любую банку консервную, если найдешь, вот и сковородка. Пальцами, просто ногтями она спокойно, как у уклейка, чистится. Отлично. Ну да. О, что, клюет? Пыталась? Но не хочет. Телевизор не показывает, она сидит или нет еще. Вы хотите сказать, что у вас здесь и холод тут? Да,
Эх, а вот сейчас вот кореш тянул, аж спину в дугу. Оказалась ветка. Он говорит, лосось может быть. И не двигается, зараза. Ясно. Ну, хорошо. Ясно, ясно. А мы этой салаки намариновали, рулетики сделали. Так что сейчас пообедали салакой. А я уклейку тоже мариновал, как кильку. Во, она крепче, тоже жирненькая. А покажите эту уклейку, я ее так и не сняла. Что-то... Ну, я посмотрю. Я ее что-то не знаю, эту уклейку. Вот она лежит уже. Ваня, пока... А, вот эта уклейка? Там она мокрая. Так а нет, ну она на салаку. Она на салаку похожа. О. Так ты в руках держи. Она немножко шире, это может быть. Более плоская, да, чем это самое. Так, чисто на рыбку. Вот так. Ну вот, могла. Окунь тоже бывает нежно берег или форель. Что ты? Просто в руках держи, подсек нету, опять стал. Ясно. Очень. У тебя удилище это жёгенькое, хорошо в руках. Ой, это 15-50. Ну да, чувствуется. Ну да. Ничего. Ну, там есть. А здесь? Ну еще 5 типов. Давай. Нет, это сейчас не. Это вы ее поймали или на нее ловите? Вот на эту. А на может нее? Быть, я забыл снять так. О, сейчас у него, наверное, там большая будет. Я думал, что окунь дергается, да? Да, ну ё-моё. Ну ладно. Удачи вам. Спасибо. Да, всего хорошего. Вам тоже. Спасибо. Не забывайте рыбалку. Не-не, мы теперь здесь будем часто. Дачный сезон закончился. За приемом пищи. Это мы любим. Это приятно. Да, ну все, пока. Таблетку, которую купили. Какую таблетку? Как какую-то? Он говорит, таблетку в аптеке такую не купишь, чтобы погулять. А, погулять? Да. А к таблетке еще внушение, как будто прям на рыбалку. Да.